Всем привет! На днях получили посылку от магазина Grand Stock. Напомню, что в магазине огромный ассортимент товаров, это более 25 тысяч. Это и вещи для любого члена семьи, товары для дома, пледы, постельные принадлежности, есть шторы на любой кошелек. Есть ювелирные изделия, и бижутерия, и серебро, есть серебряные ложечки, которые дарят на первый зубик, и различные подвески, крестики, сережки. В этом магазине нет минимальной суммы заказа. Если хотите не платить за доставку, нужно будет сделать заказ на 7000 рублей и выше. Это очень удобно, можно заказать одним разом вместе с друзьями и родственниками и сэкономить на доставке. Ну что, посмотрим, что же нам пришло от Grand Stock. Цены постараюсь все написать. Заказала я Ване галошики, должны по размеру подойти, можно вставить будет теплые стельки ему. Очень удобно в своем доме, потому что детки миллион раз бегают из дома и на улицу в течение дня, и галошики он сможет обувать сам, и ножки не промокнут. Силиконовые не такие холодные, как резиновые, если, например, оставить их на крыльце. Заказала две шапочки, хотела для девочек взять, но вижу уже, что они не тянутся. И девочкам, конечно же, они не подойдут. Наверное, даже Ване они будут маленькая шапка вот эта. Посмотрим, если Ваня не подойдет, вообще они больше девчачьи, я оставлю для подруги, скоро у нее девочка появится, поэтому будет в самый раз. Ване такая шапочка, лобик, ушки будет закрывать, мне нравится такая моделька, и очень удобная веревка, просто вот так перевязать и все, не надо будет никакие узлы, бантики завязывать, красота. Шапка для Саши. Шапки приходится мужские покупать часто, потому что то в тракторе замырал, или машину ремонтируют, или еще что-то. Поэтому шапочки часто мы берем. Ну, это вообще, кстати, на выход пойдет довольно-таки приличная шапка. Носочки. Идут они там упаковками. Заказала девчонкам. Сейчас смотрю. Скорее всего, они у нас пойдут только для Даши, хотя они тянутся хорошо. Возможно, и Катя в них войдет. Носки нам тоже лишним никогда не бывают. У меня целая коробка лежит одиночных носков, которые ждут своей пары. Вообще очень удобно было бы, если бы они все были одинакового цвета. Я тогда покупала как-то сразу 6 пар одинаковых, что если какой-то потеряется, они, в общем, друг с другом будут дружить. Это упрощает жизнь очень сильно. Лосины. Можно будет бегать дома, либо летом на улице. Взяла одинакового размера, 34, потому что это были самые большие. Если Кате не подойдут, то будут и те для Даши, ну, либо какие-то для Кати. Так, Катя, у тебя был, я думала, у тебя был выбор, эти велосипедки или эти, но я посмотрела, что эти подлиннее. Так что тебе вот эти. А ты эти хотела? Какие бы ты выбрала? Мне бы надо было бы подумать. Ну, теперь тебе не надо будет думать, потому что эти побольше. Мерей. Ну, вот леггинсы. Простенькие. У нас очень в ходу такая вещь. И лето, и зима дома. У сестры у меня скоро день рождения. Долго выбирала, смотрела. Там очень много халатов, всяких разных, на любой вкус. Надо было ей махровые. Я решила взять нарядный с белым с молочным воротничком, с рюшей, потому что обычно, когда мы покупаем сами, стараемся брать все практичное, как-то вроде как жалко, но такое. И я думаю, если я не возьму, она себе такой не возьмет, наверное, то либо не скоро. Поэтому очень приятный халат. Сестра у меня старшая живет в городе, поэтому я думаю, ей в самый раз будет. Если бы ходить в баню в своем доме, надо было бы что-то, наверное, потолще. А это для квартиры очень даже подойдет. Вот халатик. Мне он очень-очень понравился. Теперь себе хочу такой. Себе я заказала лосины. Это синтетика, но она очень хорошего качества. Я так думаю, что они прослужат долго. Везде двойные швы. Что здесь, что здесь.
Ну, чисто для дома, просто с футболкой, чтобы было удобно заниматься домашними делами. Лосины я уже померила, не знаю, буду показывать или нет, как они на мне сидят. Заказывала себе 46 размера. Ну вот 46, вот какой-то такой эффект утяжки у него нет. Может быть, мне надо было уже 44 заказать, я как-то побоялась. В общем, если будете заказывать, мне кажется, смело можно заказывать на размер поменьше, если хотите, чтобы прям это все плотненько-плотненько сидело. Заказала я себе две юбки. Материалы у обеих юбок очень хорошие, качественные. Этот безумно приятный на ощупь материал. Видно, что никаких катышек не будет. Ну, хороший. Сшиты все качественно. По модели, если будете вот конкретно эту юбку заказывать, если у вас не идеально плоский живот, имейте в виду, что она его скрадывать не будет. Именно вот эта моделька. Мне надо еще над этим вопросом, конечно же, работать, но я надеялась, что все-таки тут как-то не будут немного складочки и будет немного скрадывать. Но нет. Вот эта юбка идет размер в размер. Вот эта юбка, она больше на размер. Не знаю, что буду делать, мне она свободновата. Либо просто вставлю сюда в пояс резинку, чтобы она лучше на мне сидела. Это будет намного быстрее, нежели что-то тут распарывать и перешивать. Это все сложно и долго, у меня нет на это времени. Скорее всего, просто вставлю резинку. Вообще, вот эта моделька понравилась мне больше. Как она конкретно на моей фигуре сидит. Люблю такие юбки. Как всегда, ссылки будут в описании под видео. То, что заказывали, постараюсь оставить название и код товара. Если что-то вас заинтересует, будет легче найти. Спасибо за внимание. Всем пока!